Президент Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедов 2 января назначил своего сына Сердара Берды Мухамедова заместителем Хакима, губернатора Алхалского вилоята, сообщает хроника Туркменистана. В связи с новым назначением Берды Мухамедов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана. Сын президента параллельно занимает пост депутата в парламенте Туркменистана. Отметим, что возможность проработать на различных государственных постах для набора опыта часто предоставляется детям диктаторов, решивших оставить после себя у власти своих отпрысков. К сожалению, такая практика является распространенной при существующих режимах в странах Центральной Азии. Напомним, что Берды Мухамедов не единственный диктатор в регионе, который готовит в качестве преемника своего сына. Президент Таджикистана Рахмон аналогичным образом готовит своего сына Рустами Эмомали, назначая его на различные ответственные посты.